Всем привет и добро пожаловать на канал Джонни Плей. И мы с вами продолжаем прохождение Black Default. Ой. Жиробасина, ты шарик, жиробасина, я тебе говорил, худеть надо. И чё? Иди толкай, чё стоишь, иди толкай. Херил, жиробас. А чё сейчас делать, серьезно? Ты туда можешь доплыть? Ах ты хитрый кота. Сюда иди. Мне нужно как-то, чтобы он отталкивался, правильно понимаю? Ты дурак, что ли? Куда ты меня несешь? Так, а я не могу плавать? Нет. Плавать я все еще не могу. Я тебя не звал. Ты что творишь? Ты что творишь, собака? Сюда. Это мне что-нибудь даст? Ни хрена не там. Я какой-то свети. Пес. Сюда. Туда. А если прыгать на углу? Вообще ни хера не дает. А значит, вот сейчас... Подожди. Сейчас он сюда хочет залезть, правильно? Он сейчас за мной прыгнет сам или... Как? Хорош! Только бы доплыла эта хрень, а. Давай, 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 чуть-чуть еще. Хорош. Жирная собака, ты одни проблемы из-за нее. Серьезно, это уже даже не смешно. Все, что мы делали до того, как появился шарик, все было хорошо, все было легко, все было продумано. Но как только он появился, начался дикий-дикий геморрой. Чем мне еще и пояс собьет. Не, это хорошо. Куда пришли? Тихо, тихо, сейчас покатимся. Вообще ничего, чё-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 
Как нет? А, это не канализация, это просто... Это нефть. Шарик, не тупим. Хоть я и говорю, что ты меня напрягаешь, но без тебя-то я никуда не пойду. Видишь? Ты мне нужен? Не понял. Слезь-ка. Что делает кран? Поднимает уровень воды. Что ты меня бесишь? Шарик, не беси меня. Да я без него все могу сделать. Ну почти, не получается. Спасибо. Держись. А, нет, подожди. Шарика нужно вот сюда отправить. А я должен с той стороны стоять. Все. И сейчас ты, скорее всего, польешься через верх. Правильно понимаю? Ну и хорош. Пойдем отсюда. Эти, хорош. Все. Команда выполнена. Иди ко мне. А есть вообще смысл какой-то? Куда мы пытаемся убежать? Кстати. Куда-то за границу? Мы блокпост хер пройдем. Тихо. Ноги не лом. Мать. Сейчас эта херня мне на голову упадет. Фух. Так, ты что делаешь у нас? Ну, предположим. А я допрыгну?
Конечно, допрыгну, там же пара, нет? Подожди. Ты можешь? Не можешь. Я мог... Подожди, у меня только что идея с катапульта появилась, но я не могу ее сориентировать. Это мне что-нибудь даст? Я же могу шарика отправить туда, ничего не буду. Ты же можешь у нас встать вот сюда? Вот сюда. Тихо. А, не можешь. Я думал его тут согнуть, короче, и отправить как катапультой. Ну-ка, получится, нет? Кстати, возле нас труп лежит. Я и не заметил. Ну, сейчас ты бахнешься в другую сторону. Это... А чё мне толку-то с этого? Смотри-ка, а шарик-то у нас уравновешивает их по чуть-чуть. Что если его использовать? Вот, смотри, о чем я. Как это? Надо ее. Подожди, сейчас соображу. Сейчас мне нужно сделать так, чтобы я смог на нее залезть. Правильно? Вот так вот. Так. Теперь мы тебя отправляем вот туда. И мы... Нет, мы не одинаково с тобой весим, это хорошо. А я не допрыгну? А, допрыгну, хорошо. В смысле нет? Эй, сюда. Как все? Как все, вы чё? Эй! Шарик! Чё, не, подожди, не верю. Сейчас мы найдем как какой-то кран, который туда нальет что-нибудь типа воды. Как мне его оттуда вытащить? А, подожди. Вот. Ёрди, без шарика дальше идти, вы чё? Вообще с ума сошли. Так, сейчас бы ноги не сломать. Теперь-то пойдем со мной? Хорош. Тим, мы хорёщий пить. И сейчас нужна мне твоя помощь опять. Вот сюда вот, пожалуйста. Сюда. Короче. Сам, конечно, встал, но... Я забыл, как на него запрыгивать, ребят. Я ничего не понимаю. Вот прям вот сюда. Нет, вот сюда. Хорошо, иди. Я его... А, нет, все. Да, какого... Ай! Все, иди. То запрыгнуть не могу, то спрыгнуть не могу. Сколько можно-то? Сюда. Это мне чисто, чтобы подняться. Да. Ведь, хорош, все, за мной. Я до сих пор не могу привыкнуть, что он так высоко прыгает. Колесо обозрения, нигера. Так, аквапарк какой-то. Люлисард. Ролипок. Люлисард. Это что такое? Дал питание в парк аттракционов. Хорошо, колесо поехало. А ни у кого вопросов не возникнет, как это оно само поехало? Походу, всех в лагеря забрали, короче. О, ты как, живой? Живой. Ну как? Как живой? Так себе живой. Непонятный тип. Так.
Какая-то слишком большая загадка. Это что делает? Не надо. Это ракета? Да какая нахер ракета? Не может такого быть. Они меня расстреляют. Да, они меня расстреляют. Лучше узнать сейчас, чем потом. Что я еще могу сделать? Я могу? Могу и... сюда. Так, а если я сейчас отсюда уйду? Ты хорош вообще, ты нормальный, нет? Ты что делаешь, собака? Собака механическая. Туда иди. Вот туда. Быстрее, 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 быстрее. Что я оттуда достану, вопрос? Так. Я понял. Иди за мной. Иди за мной. Хорош, иди сюда, мать твою. Она сейчас закроет луч. Ладно, мой косяк. Да. Она, походу, не будет двигаться, если там никого нет. Да. Никогда не любил штуки с тенями. Просто никогда не любил. А! А! Ага. Подожди, чё... Куда ты лезешь? Ты дебил, что ли? Ну чё ты делаешь? Надо всё это делать наоборот. Ты... сюда, не толкай меня. Второй вариант, мне нужно на нее прыгнуть. Больше вариантов у меня нет. А я... Ага, он ее сбрасывает. Только я-то не допрыгну оттуда никак. Подожди, а если ее сломать? Ты дебил, что? Ну что ты делаешь? Ну, куда? Мне нужно будет как раз его отменить, все правильно. Так, с этой стороны запрыгнешь, хорошо. Мне нужно... Что, если мы сломаем эту решетку вообще? А для этого мне нужно, чтобы шарик ушел вот сюда. Нет, 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 шарик на место. На место. Теперь уходи. И я ухожу. Что будет? Так, а будет то? А если ты сейчас опять вот сюда запрыгнешь? Ничего не произойдет. Не-н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 е. Подожди, подожди. Что если сделать это все быстро? Не так. Это слишком. Вот, кстати, сохранилось. Так, еще быстрее. Тихо. И чё? Я же... Какого... Настолько быстро это все делать нужно. Шарик, падла. Вот сюда встань, пожалуйста. Мне нужно время, чтобы ты сюда добежал. Слишком ты какой-то быстрый. Сейчас, да. Фух. Вообще без него никуда. Так, отсюда нет, отсюда я все-таки управлять им
Ну ты же, я думаю, как-нибудь сам-то доберешься. Не хочется его бросать, нет, повешал, все нормально. Почему хороший, хороший, сейчас он отсюда вылезет. Уйди, прелесть, пойдем отсюда. Свобода. Почти. Пойдем. Почти на свободе. Ну, по крайней мере, вышли за одну огромную стену. Да, только вышли, а есть ли смысл в этом? Куда идти-то теперь? Ёбуш. Чё мне это даст? Нет. А подожди. Ты тупишь. Ты сюда не можешь залезть? Нет, не можешь. Подожди, что там дальше? А дальше у тебя дом. Дом. Еще одна. До которой ты не допрыгнешь, пока не будет помощи. Вот сюда. Тихо. А зачем мне впереди тогда эта штука? Ах ты ж... Подожди, ребят, что-то я не одупляю ничего. Она пошла обратно. Пошла натягиваться, ладно. Шарик сюда не идет, между прочим. Что уже довольно странно. Конечно, не идет, он же... Сюда. Нет, говорит, иди ты нахер. А какой в ней смысл? И сюда? И сюда ты тоже не пойдешь. Если мне успеть быстро туда залезть, что это даст? Пока она находится там внизу. Ничего, мне нужно ее как-то чуть-чуть передвинуть вперед. Либо обрезать вообще вот эту вот хрень. Только как это сделать, я что-то вообще ума не приложу. Ну-ка. Нет. И она меня убивает, это понятно, это очевидно. Почему отсюда начинаем? Почему начинаем отсюда и почему все закрыто? Есть ли в этом какой-то тайный смысл? Не хочет он туда лезть, вообще ни в какую не хочет. Какой? Смысл-то в этом какой? Ну, закрыто переднее сейчас и... А он сейчас дальше не пролетел ли случаем? Ты ж у нас этот самый... Бессмертный киборг. Пойдем со мной. Вот сюда. Чего если из тебя живой снаряд здесь сделать просто? Ты ж меня простишь, если что, я надеюсь. Я же как бы тренируюсь пока что. Жестоко, жестоко. Вернись ко мне, пожалуйста. Очень скучно и одиноко одному. Шарик. Кажется, меня только что нахер послали. Че, ему там сильно приложило, интересно, или нет? Ути, мой хороший. А людям похер. Прилетела, короче, какая-то железная консервная банка. А, не, молятся, испугались. Ладно, ладно.
Открывай ворота. Как путь к боссу из Dark Souls. Так, песик, ты со мной? Да-да-да, ты плавать умеешь. Все мы уже привыкли и запомнили, что ты умеешь плавать. Хватит этим каждый раз хвастаться. Что-то странная хрень какая-то. Пойдем. Противовес. Так. Противовес. Встань, предположим, сюда. Шарик, я тебе сейчас нос сломаю. Серьезно тебе говорю, что ты делаешь? Иди сюда. Стой так. Что это даст? Вон он внизу. Так. Это что даст? Два, три. Раз луч. А два луч. Она не работает. А почему она не работает? Так она работает, а как противовес она больше не работает. Вон. Так. Да куда тебя? Вот. Подожди. Еще раз. Сюда. А я как противовес проводу. Это что-нибудь изменит? Он накапливает какой-то уровень воды. Что это за уровень? Подожди, там палка. Если несколько раз ударится, это ни хрена не изменит. Да я понял, что ты не хочешь ходить по ней. Так а смысл? Как я одновременно тебя и сюда, и туда запущу? Тебе же тут надо находиться, правильно понимаю? Я ж не могу тебя сюда отправить. А могу. Вот и раз. Открывай ворота. Офигеть. Все, молодец, пойдем со мной. Чё за... Блин. Тихо. Так. Так, а ты же вроде оставляешь красный луч снаружи. Надо быстро двигаться. По-другому никак. Надо просто быстро двигаться. Скорее всего. Ну реально, вот этот луч вообще никак не обойти. Ты прикинь. Так, а если я пса отправлю? Ага, пса он отправит, конечно. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так, подожди, пес. Пес, вот сюда. Что будет, если он тебя за... Так. Может, ты сломаешься, я не знаю. А он вторую цель... Так, а если ты пойдешь? Так, туда.
Если я отправлю тебя туда, то это будет плохо. Если я отправлю тебя куда-нибудь вот сюда. Вот сюда. Все, похипьте, рыбопес. Я стою вот тут. Меня никто не видит. Робопес. Пойдем. Так, Шарик, иди сюда. Пусть эта хрень сама по себе там работает. Тупорылый ты олень, а. Потерял. Уходи, 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 уходи. Шарик, сюда. Давай, 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 давай. Нет, как нет, как нет? Подожди, а как нет? Почему нет? Почему нет-то? Как так? Мне ж снизу не пройти. Сюда. Давай, давай, давай. Ух. Чуть задницу не подпалило. Оставлять его там? Типа сам придет, что ли? Или чё? Не-не-не-не-не-не-не. Ну могу я прыгнуть на коробку, а чё мне это даст? Ну давай прыгнем. Ага. Ну ладно. Уболтали чертяки. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, слезь. Пойдем. Фух. Ну, как обычно, иди грейся. Чья фоточка, никто не узнает? Вот это вот. Чуть я не помню такую. Пойдем. Франция? Больно надо мне твою радио слушать. Что вы делаете? Херень поймешь. Что ж, на этом мы очередную серию закончим. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока.